Так, ну что ж, понеслась катушечка, уже и несется вовсю. Так, чек-кол, чек-кол сыграл, 3-бет-пот, ребят. Чек-кол, чек-кол. Ну, ривер тоже будет чек-кол играть, потому что ривер тут можно доблифовать. Все что угодно. 3 сентября. Ну, кол-кол. День прощания, день, когда к тебе туз-король летит. Тан-та-ри-ту-тан. Та-та-та-да-да. Вы это видели? Вы это видели, барабаки? Так, мы зашли с 9-10. Белибастер поймали. Двойной белибастер. Double Bellybuster. Ну, понеслась. Ну, восьмерка нас с ривером устроит. Ой, даже не знаю на его чек, что здесь делать. Ничего не буду делать, чекать. Сдаваться. Слишком много у него комбинаций хороших. У нас тоже есть здесь и тузы икс, и все есть. И тузы дамы, например. Хотя, наверное, доблифовывать надо, если он чекнет. Типа выбить какие-то его там. Ну, какие у него руки не это, блефовые. Типа две дамы, вряд ли так кто-то сыграет. Вроде доблифовывать надо, у нас комбинации достаточно с тузами, которые мы здесь в чек поставим. А вроде бы как раз и не факт. Ну, у нас много, ну, у него много. Если и там много, он чекнул, давайте доблифуем все-таки. Ай, хорошо! И прокатил блафчик! Пью! Сдался, братик, сдался. Ой, ты мой хорошенький! Ты сдался, братик! Брат, чё, бразер? Братишка, ты сдался, обалдеть! Алын. Кол. А, понятно. Значит, на покупал. Жалко, не король ривер. Сейчас стошнит. Ну ладно. Шучу, конечно. Тошнить не буду. Прям. А то слишком высокий рейтинг у стрима будет. Плотненькую. Так, туз 2. Нас принял. Оп! 2, 3, 4, 5. Жалко, жалко, жалко очень мне, что я проиграл. О, какой-то веки, туз-король. Одномастные, непростые. Поставим полпот здесь. Бэкдорчики есть, оверкарты. О. Ну вот, не тот цвет. Поставим в блеф, получается. В таблицу получил, прикольно. Кайф. Ой, блин, ну да, не в тот цвет ставишь, получаешь. По щам, бывает. Здесь, смотрите, я что собрал, флэш нацовый. О! Челик собрал тоже флэш. И еще и стрит. А, но нет, не повезло тебе. О, здесь кол, конечно. Опа, чуть-чуть не повезло. Валета надо. Десятка не годится, к сожалению. Валет есть. Ну сколько грязи можно? Никогда не бывает достаточно. Жестко. Ну, под доминацию попал и выиграл. Ребята, это называется легенда. Это называется барабака в деле. Это называется жестко, мощно. Бескомпромиссно. Алын кол, показываю. Здесь, кстати, был большой стек очень, вы помните. Но потом все пошло как-то не туда. Ну, видимо, продолжает идти. А может быть и нет. Ну-ка, Валера, настало твое время, как говорится. Да ну ладно. Зина, отмена. О, чаек хорошо пошел. Короче, здесь почекрейзил. Буду доблифовывать. Доблифовываю, ребята, опасная ситуация. Очень опасная ситуация. Но надо доблифовывать. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Барабака. Барабака. Чек рейс бэталы. Барабака.
Ну, здесь поставлю еще одну ставочку. Куда деваться? Ривером, получается, надо будет доставлять, скорее всего. Ну, такой бланковый ривер. Если кулер, то кулер. Можно типа чек-чек сыграть. Лол! Я по кикеру выиграл. Обалдеть! Вот это поворот, ребята. Вот это сейчас мне бонуска упала. Вот это насыпало. Ну, типа девятки там уж у него какие-то, я думал. Хотя, может, репушнуть такое? Так, очень интересно. Очень интересно, да, когда у тебя топ-сет? Ты получаешь рейс. Ну, давайте чекнем. Просто не понимаю, что там у него может быть. Показывай. Понятно, короче. Ну, извини, брат. Ну, давай, погнали. Да ладно, зашло, что ли? У, тихо, 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 Зина. Зина, Зина, Зина. Пятерка, Зина. Спокуха, Зина. Держать удар, держать удар. Операция коготь орла, коготь тигра. Да есть по грязи. Просто всех по грязи. Укатали мы. 562.50 и 250. В кассу сходите. В кассу. Галя. Отмена. Обалдеть. Я в шоке. Просто взял туз 5С, двоих прибил. Как я понимаю эту игру? Так. Порейзим, что делать? Ну что, Черногорская школа 3-бета будет, нет? Даже не знаю, ставить здесь или не ставить. Прикольно, да? Что у нас теперь такая вот рука интересная. Здесь блеф превратим. Просто потому, что надо здесь. А? Обманули Черногорскую школу? Там короля хай какого-нибудь выкинул, небось. Такую руку выбивал примерно, то есть. Ну, что могу сказать. Неплохо постримили, на самом деле, сегодня. В общем, всем спасибо, ребята, за просмотр. Всем покедова. Не скучайте, не болейте.